часов утра я вышел фотографировать. Вот не видно. Дом наш, храм я, соседний дом. Там вот светится что-то. А это вот мое окошко на кухне. И показать, как тут ураган залаял. Вот две трубы. И дым идет. Видно, нет, будет. И тут же луна. Красиво. Я так решил это все заснять, показать. Вон как прекрасно. Готовится воскресный день. С 8 у нас богослужение. Батюшки сегодня не будет. Он там в Потеряевке. Ну что, ничего не видать. Ну, 3 января 2021 года. То есть, я не знаю, как снимать. Но так вот. Это здесь заходить. Рука мерзнет. Ну, градусов 30-то, наверное, есть. Надо посмотреть. Нет. Вот я здесь зашел. Сейчас буду заходить в комнату. Так. Вот так. Под ногами лежит у меня верный. Верный тут лежит. Вот он, веревок привязанный. Ушедник снял ночью. В чашке было еще заготовлено, на утро все съел и лег спать опять. Кошки уже сейчас не боятся его. Приходят, мне сейчас надо голубей загонять будет. Я разулся. Вот так, с кухни захожу сейчас в комнату. Она отделена вуалью такой вот. Вот они где. Голуби. И вон там сидят на этой, на шторке. Сейчас я их загонять буду. А это мое рабочее место, где я работаю. А это я их выманываю. Все здесь, чтобы вышли, семечки пособирали, полетали, все.